Ну вот, пришла зима по-настоящему в Подмосковье, и начинается зимний фитнес. Чистить снег. Во дворе уже почистила все дорожки, площадку. Теперь приходится чистить еще и на улице, потому что трактор, как видно, не собирается ехать к нам и чистить нам дорогу. Вот я чистила, показала, какая уже высота снега. Но трактора не видно абсолютно. Второй день валит снег и тишина. Это вот когда приезжаешь в Москву, и перед тобой там едут 6 чистильщиков, то значит мы нормальные люди, и нам можно чистить дороги. А вот в деревню, когда возвращаешься, ты та же самая, но возвращаешься в деревню, тут не обязательно для тебя чистить дорогу. Здесь мы уже совсем другого сорта, что ли, получается, люди. Сюда не надо к нам заезжать. Ну да ладно, почистим. Это здоровье с другой стороны. Чистый воздух, свежий воздух, физическая нагрузка. Снег еще пушистый, так что можно еще почистить. Вот такие зимние забавы у нас.